Картина «Вид Рима Колизей» создана в Италии русским художником Федором Михайловичем Матвеевым. Великолепный мастер классического пейзажа родился и получил образование в России, но еще юношей уехал в Италию, где и остался до конца своей жизни. Среди самых известных работ художника – картина «Вид Рима Колизей», написана в 1816 году. В центре композиции на среднем плане художник изобразил Колизей, одно из самых знаменитых сооружений в мире, величественный памятник древней архитектуры. Федор Матвеев написал реальный пейзаж, такой, каким он его видел в конце 18-го, начале 19 века. Памятник представлен с разрушенной стороны, и мы видим внутреннее устройство древнего сооружения. Знаменитый исторический объект, овеянный историей, войнами, легендами, художник помещает в роскошный природный ландшафт. Деревья с обеих сторон полотна, словно кулисы, обрамляют героя композиции. Федор Матвеев обладал удивительным талантом создать эффект глубины и масштабности пространства благодаря использованию различных оттенков цвета. На переднем плане буйная растительность, множество кустов, деревьев и пальм оживляют чудесный пейзаж люди, отдыхающие рядом с гранитным парапетом. Глядя на небольшой размер их фигур, зритель может оценить величие строения и масштаб пространства, представленного на холсте. Кто они, эти люди, превосходно чувствующие себя в этом живописном окружении? Возможно, это монахи, путешественники или крестьяне. Третий план служит фоном для главного исторического объекта. Отметим, как мастерский художник показал зрителю даль, окутанную световоздушной дымкой.